танцам. Фестиваль «Зимняя сказка». 28 января 2018 год. Разминка. МУП КСК ЗММК. Пара номер 116. Привет. Это не наша мелодия. Не ваша мелодия? Нет. Ну ладно. Что-нибудь расскажи, я на видео снимаю. Скажи. Всем привет. Я не знаю, что. Моя, ну ладно. Танцевальный клуб «Милан». Продолжаем разминку для конкурса «Зимняя сказка». Вообще, конечно, танцы это тоже, скажем так, не дешевый вид спорта, искусства, да? Решили вот сменить бабочку на галстук. Для танцев вам понадобится не только оплачивать посещение вашего танцевального клуба «Кружка», но это также покупать специализированную одежду, например, такая специальная тангенсная рубашка. Это такая рубашка-трусики, я бы сказала. Рубашка-трусики. Специально, чтобы рубашка, видимо, не выползала из-под брюк. Специальные танцевальные брюки. Они отличаются от обычных школьных, например, брюк тем, что у них нет таких хлястиков, которые держат ремень. Просто поясочек. Вот. Специальная обувь. Обувь на каблучке с специальной танцевальной подошвой, видимо, чтобы где-то, где нужно, скользить по паркету, а где-то, может быть, чтобы наоборот не скользило по обычному полу. Так, что еще? Ну, для девочек, конечно, это танцевальное такое красивое вот платьишко. Тоже обувь специальная, танцевальная. Ну и для обоих партнеров это прическа. У девочек, как мы видим, практически у всех это шишечки. У мальчиков либо пробор, либо заглажено, все залезано, либо мы вот такой хохолочек решили сделать. Участие в турнире платное, организационный взнос составляет 200 рублей. Вход для родителей также платный. На трибунах ожидают родители, мамы, папы, бабушки, дедушки, сестры. Для людей, которые решили посмотреть на своих детей, внуков, входные составляют 300 рублей. Вот нашу партнершу зовут так же, как нас, Саша. Вот. Хорошо. Регистрация начинается за час. Даже за полтора часа до выступления, мы пришли за час до выступления, нужно получить вот такой номер. Номер помещается в файл, потому что так надежнее, иначе бумажечка может просто порваться. Файл. И с помощью булавочек крепится. Я видела, у некоторых детей крепят они эту бумажку на какие-то специальные магниты. Мне кажется, это очень удобно, чтобы не рвать рубашку, да? Танцевальная одежда, удовольствие не из дешевых, поэтому вы можете предусмотреть этот момент. Бабочка у нас была серого цвета, но вот мама, наш партнер, сказала, что
такую нельзя, нужно черную. Хотя я вижу, у него вот такая рубашка тангенсная. Это рубашка-трусики. Специально, чтобы она не вылазила из-под брюк во время движений, во время танцев. Стоит недешево, например. Брюки. Они отличаются, танцевальные брюки, они отличаются от обычных брюк тем, что в них нет таких хлястиков, да? Таких хлястиков для ремня. И специальная обувь на каблучке со специальной подошвой. Вот. Ладно, мы сейчас начнем танцевать. Итак, начинаем финал для данной возрастной категории с медленного вальса.
видимо, первые шаги. Пара под номером 114, Шестаков Дамир и Гаськова Ксения, клуб Милан, город Улан-Удэ. Тренер Ефимова Наталья. Дипломами второй степени в данной возрастной категории награждаются пара под номером 223, Аносов Сергей, Максимова